Влияние на этих людей оказывает планета Нептун, особенно на тех людей, которые родились в период с 21 июля до 20-27 августа, период зодиака, называемый домом Луны. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Не очень заинтересованы в деньгах, поэтому никогда не примут решение для получения материальной выгоды. Носители этого имени отличают замкнутость и упрямство. Им необходимо получать любовь и признание от окружающих. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. В своем отрицательном проявлении эти люди в нумерологии превращаются в лжецов и обманщиков. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Бывает, что окружающие не понимают их и нередко упрекают в гордыне, надменности и черствости. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Для этих личностей характерна рациональность, гибкость ума и аналитическое мышление. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи. Редактор